Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 221. Первое задание. Запишите ряд чисел, который получится, если последовательно округлять число 528 709 до десятка, до сотен и так далее, до высшего разряда. То есть высшим разрядом здесь являются сотни тысяч. Будем округлять до сотен тысяч последовательно. Итак, число 528 тысяч 709. Вспомним правило округления. К цифре разряда, до которого округляет число, следует прибавлять 1, если справа от нее стоит цифра 5, 6, 7, 8, 9. В противном случае цифру этого разряда оставляют без изменения. То есть, если стоит справа от округляемого разряда 0, 1, 2, 3, 4, округляемый разряд оставляют без изменения. А все цифры, которые расположены правее разряда, до которого округляют число, заменяют нулями. Итак, давайте округлим число до десятков. 0 десятков. Справа от десятков стоит цифра 9. Значит, разряд десятков увеличиваем на единицу. Приблизительно будет 528 тысяч 710. Все, что после разряда десятков, заменяем на 0. Теперь округляем до сотен. До сотен. 7 сотен. Справа стоит от разряда сотен 1. Значит, разряд сотен не изменяем. Как было 7, так и останется. Записываем. А все, что после разряда сотен, заменяем на единицу, на нули. Получаем 528 тысяч 700. Округляем теперь. Продолжаем округление. До тысяч. 8 тысяч. Справа стоит цифра 7. Значит, разряд тысяч увеличиваем на единицу. Получаем вместо 8 9, а все, что за разрядом тысяч, заменяем нулями. Получаем 529 тысяч. Теперь округляем до десятков тысяч. Справа стоит цифра 9. Значит, разряд десятков тысяч увеличиваем на единицу. Было 2, станет 3. А все, что после, заменяем на нули. Получаем 530 тысяч. И округляем до самого старшего разряда, до сотен тысяч. Справа стоит 3, значит, разряд сотен тысяч не изменяем. Все, что справа, заменяем нулями. Получаем приблизительно 500 тысяч. И сделаем второе задание. Запишем теперь полученное приближение в порядке возрастания. То есть от самого маленького к самому большому. Самое маленькое здесь 500 тысяч. Следующее за ним идет число 528 тысяч 700. Дальше 528 тысяч 710. Следующее 529 тысяч. И самое большое среди полученных чисел – это 530 тысяч. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.